Из дома престарелых эвакуировали 300 человек. По сценарию внеплановых учений МЧС задымление в социальном учреждении произошло в жилой комнате на втором этаже. На место предполагаемого ЧП прибыли 11 единиц пожарной и 6 специализированной техники. Также на время проведения учений были подключены сотрудники газовых и технических служб, а также несколько карет скорой помощи и сотрудники дорожной полиции. По словам организаторов учений, такая отработка предполагаемого ЧП повышает навыки как самих сотрудников МЧС, так и служащих социального учреждения. Мы отрабатываем методы приема эвакуации, методы приема тушения, значит, показ нового оборудования, которое у нас присутствует в гарнизоне, которое было поставлено посредством федерального бюджета, ну и популяризация именно работы пожарной охраны.